Так, сейчас я вам покажу, как создать поддомен на хостинге Hoster.kz. Для этого заходим в панель хостинга, в раздел www-домены, нажимаем создать. Здесь вводим адрес своего поддомена. Допустим, вот пишу podd. И дальше, собственно, продолжение домена. Потом в поле PHP здесь написано «Нет поддержки PHP». Если мы так оставим, то мы не сможем заливать туда какие-то файлы функциональные. Не сможем, допустим, установить движок. Обычные HTML-файлы будут только лишь работать. Поэтому я выбираю поддержку PHP. Здесь есть PHP как FastCGI. Все, и нажимаю «Ок». Вот появился такой поддомен. Если я зайду через интернет по адресу этого поддомена, то я увижу, что вот здесь есть такая заглушечка, это значит, что он работает. Вот, после этого я через FTP клиент захожу на хостинг на свой, вот вижу здесь папка у меня 3W. Захожу в нее. Собственно, вот в эту папку мы обычно устанавливаем все файлы, если они касаются основного домена. Вот, то есть сюда. Вот, здесь видим, что появилась папка с поддоменом, который я создал. Заходим в эту папку. И если вы хотите сайт создать на поддомене, то, собственно, вот сюда вы будете заливать все файлы. А дальше, в принципе, все по стандартной программе.